Яркий свет, дым из телевизоров, паника. Жители 77-го дома вспоминают события прошлого четверга. Говорят, в тот день пережили настоящий шок. Включила в розетку, включила в кнопку и сажусь на кресло, пульт. Смотрю, у меня дым валит с телевизора. Я бегом с розетки, я говорю, внучечка, горим. Я была дома, слышу шум. Я выскочила в подъезд, но у меня свет сильно горел. А потом я заскакиваю в квартиру, все кричат, все погорело. Я смотрю, у меня тоже дым повалил с телевизора. Потом последовали растраты на ремонт и покупку техники. У нас горела только станция, но мы ее за свои деньги поменяли. Станция насосная. Это насосная, да. У соседки телевизор. И что, сколько денег стоит она? 300. У меня зарел телевизор, он еще в кредите, еще мне 1,5 года выплачивать. Еще, Ира. Ну, и так, шнуры погорели с ноутбука, с интернета. Его отремонтировали? Да, пока? За 500 рублей. Люди предполагают, скачок напряжения произошел по вине соседей, но о компенсации убытков не думают. Но сосед, когда выходил снизу, он видел, что они полезли в щиток. Кто они? Ну, эти же соседи. Может, они хотели там перекрыть работники, или да. Что они хотели. А у них идет напрямую. Люди у нас производят ремонты в квартире. Кто-то сверлит, кто-то что-то делает. Так как у нас проводка очень в аварийном состоянии, провода не выдержат. Стоит отгореть нулю, идет 380 по всему подъезду. Жители обеспокоены состоянием распределительных сетей в подвале и подъезде. Говорят, если бы в щитовых был порядок, трагедия бы не произошла. Это уже, да, это уже электрики изолировали. Вообще тут было все в паутине, непонятно, как оно тут творилось. Тут должен стоять либо рубильник с предохранителями, то есть защита на этот подъезд, либо автомат. Потому как вот в таком плане здесь либо выгорит все, защиты тут никакой нет. Проблему электропроводки планируют решать в ОСМД «Дружба-41». На балансе этого предприятия с недавних пор находится 77-й дом. Насколько возможно удовлетворить требования краснолчан, мы попытались узнать у председателя объединения. Он пообещал ответить в начале следующей недели. Катерина Севастьянова, Юлия Чичулина, новости телекомпании «Луч».